Указом президента Республики Беларусь на должность судьи Конституционного суда Республики Беларусь назначена Любецкая Светлана Анатольевна. Для принесения присяги приглашается Любецкая Светлана Анатольевна. Я, Любецкая Светлана Анатольевна, беру на себя обязательство перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. Уважаемые друзья, вот такая публичная церемония. В ближайшее время мы встретимся со всеми членами Конституционного суда, поговорим на будущее, как будем работать, в том числе по новой Конституции, потому что, как ты знаешь, там обязанности и права и полномочия расширены Конституционного суда. В четверг мы определимся с планом работы. Я желаю тебе успехов в этой работе, ну и чтобы ты долго не засиделась на одном месте. Успехов. Спасибо. Благодарю.